Новый год – пора радости и детских улыбок, когда любые проблемы и сложности должны уступить дорогу сказочному, волшебному и доброму. Именно такая сказка собрала в большой и дружный хоровод юных артемовских спортсменов. В праздничном мероприятии приняли участие воспитанники федерации тхэквондо, художественная гимнастика, фехтование и кёкусинкай. А это почти 250 ребят. Детей развлекали аниматоры, а также главные герои новогодних торжеств – Дед Мороз и Снегурочка. В ходе утренника спортсмены демонстрировали показательные выступления перед родителями и гостями праздника. Наши спортсмены приносят немало достойных побед и прославляют наш город на различном уровне, и международном, и всероссийском, и краевом. И это очень хорошо, потому что мы также их поддерживаем всегда на соревнованиях, а сегодня нам было радостно их увидеть. Какие они гордые за то, что они такие спортивные. У них день начинается с зарядки. Посмотрите, как все спортивные сегодня конкурсы и новогодняя зарядка, они делали это с таким энтузиазмом. Сразу понятно, что это настоящие спортсмены, из которых, конечно же, вырастут самые лучшие чемпионы. По окончании программы все юные гости праздника получили подарки, а после поделились с нами своими мечтами и тайными желаниями. Новый год – это когда начинается праздник, выпадает снег, и все друг другу дарят подарки. Все слегает, и лесом везут елку и наезжают ее. Когда все месяца заканчиваются, наступает Новый год. Когда мы все засыпаем, ночью через трубу залазит Дед Мороз. Все досковывалось. К нам все ходят из волосильной камеры. Белой бородой, с красной одеждой, с белой, с шапкой. Я все хорошо вел, занимался спортом, учился хорошо. Я заказал игровую приставку. Машинку на пульте управления и лего. Серебряный мяч для гимнастики, обруч, карамелька. Конфеты, машины я заказал. Санки я заказал. Полицейскую машину, присеп и полицейскую. И полицейский касел на пульте управления. А маме с папой ничего. Я не загадывала. Мне просто дали подарок и все. Я думаю, что я заслужил свой подарок от Деда Мороза. Наступает год огненной собаки. Всем людям на планете я желаю добра, счастья и здоровья. Чтобы все занимались спортом. Здоровья, спорт и силы. Анжела Галышина, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости.